Знаете, мы снимали клип в Украине. В тот момент, когда мы его снимали, мы не ходили на ту улицу, на которой шли беспорядки. Но когда приехали на презентацию в Украину, это было недавно, часть моего коллектива сходила и посмотрела на тот ужас, который натворили сами украинцы со своей страной. То есть сожгли здания, устроили палаточный городок, устроили беспредел на самом деле. Это какой-то, знаете, цирк. Даже моему звукорежиссеру на плечи подошел дяденька, чтобы сфотографироваться, посадил двух голубей. Знаете, такой вот цирк, там еще не хватает, знаете, кукол в платьях, знаете, вот эти вот, с королевой не хотите сфотографироваться, знаете, как вот в Венеции бывает вот это. Ну, я думаю, скоро это безобразие закончится, и будет все хорошо.